«Малышей не обижать» поется в одной известной песне. Учительница начальных классов из Вурнарского района, судя по всему, сама не выучила эти истины. Своих учеников она била указкой. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы видео не попало в правоохранительные органы. На видео разгневанный педагог раздает тумаки и пощечины. И это только один инцидент. Следователи выяснили, 8-летнего ученика первого класса она неоднократно била указкой, ключом от замка, обзывала. Несмотря на доказательства, вину свою учительница не признала. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, пока приговор суда не вступил в законную силу. Директор школы, который допустил в своем учебном заведении такое, получил выговор.